Чтобы они долетели. Это ваша карма отпустила. Ребят, здесь, ну, здесь амулетики с вашим годом рождения, если хотите. Вот здесь вот рыбки, те, которых можно выпустить на свободу. То есть вы дарите свободу, дарите жизнь, то есть это благое дело, если для вас это карма. Рыбок отпускаем угрей, отпускаем водоемчиков. Кто хочет, можно просто покормить самого черепа хлебушком. Там здесь у нас 4 бочки большие. Ну, пойдемте потихонечку, потом проходить. Водоемы всегда строятся при строительстве, не строятся, если нет, искусственным способом делается. А так обычно храмы строятся специально на берегу реки, либо озера, потому что Будда получил просветление, когда смотрел воду. Вот это, можно сказать, обязательно так воды будет. И все, что здесь прикают, это черепахи сами, здесь ничего нельзя вылавливать. Это все священная рыба, что черепахи, а здесь даже чего-то нельзя заходить. Это считается скорбным. Конечно, уже много рыбаков наших погибло, отвечали на воду, а вот нельзя. Вот большие черепахи, они подплывают тоже покушать, кто хочет, может покормить. А что, вода грязная, так надо? Ну, вода стоячая, потому что вода есть. А луна? Ну, это не льется, они просто экстрагируют, А дождь, если пойдет, полная будет, да? Ну, она обычно наполняется, вот, что в этот мост еще, почти трогает. Может, вылить. Сезон дождей это так. Нет, так, так. Сейчас еще будет засуха, недели 3-4. Да нет, побольше, наверное. Сухой жаркий сезон там тоже дождей нет. Марта принимает самый жаркий сезон, кстати. А на острове тоже знак. А так руку, подожди, руку.